Дорогие друзья, для нас большая честь, что на этой сцене находится временно исполняющий обязанности главы администрации Республики Бурятия Алексей. Алексей, выйдите, пожалуйста. Алексей Цыденов с нами. Я бы попросил вас, Алексей, пожалуйста, будьте любезны, спойте с нами. Вы. Хорошо. Я, конечно, Алексея Самбовича не буду как бы напрягать, но он будет стоять с нами, и мы будем петь вместе. Надежда, наш компас земной. Играйте, маэстро. Да, может быть, потеплеть стоит? Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами. Снова между нами города. Взлетные огни. Здесь у нас туманные дожди. Здесь у нас холодные. Здесь у нас холодные рассветы. Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смерть. Алексей, кстати, Красноярск отдыхает. Москва тоже. Что порой от жизни получать радость искупления грамма. Все. Надежда, мой компас земной. В Улан-Удэ даже мужчины поют. Это значит хорошая экология в городе. Ну что, проверим город на прочность, поднимем тональность. И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то. Все, что мы когда-то не обили. Милые усталые. Милые усталые. Синие московские. Синие московские метели. Снова между нами города. Жизнь нас разлучает. Жизнь нас разлучает, как и все вместе Бурятия. Бурятия, наш компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, что вдоль. И все вместе Россия, наш компас земной. Россия, наш компас земной, а удача награда за смелость. Пошумим. Это большое счастье жить в великой стране. Сильный регион, сильная страна. Пользуясь тем, что все стоят, предлагаю, девушки, выходите к нам, споем вместе. Все к нам, сюда, поближе, поближе. Наша держава, Россия.
большое. Очень было приятно. Друзья, давайте пошумим. Это хор турецкого и администрации города при поддержке правительства Москвы и правительства Республики Бурятия. Хор турецкого города!